Здравствуйте, товарищи. Кто еще не больной и не старый, поприветствуйте, пожалуйста. Спасибо. Есть у нас желающие выступить сообщение о коллективном договоре? Вы выступали уже. У вас есть, да? У меня есть, но чего? Я помяли конкретно, листик мой помялся. Есть у вас? Да. Ну давайте почитаем, что вы такое написали, интересно. Вот я буду это рассматривать, но прежде хочу к обращениям к присутствующим. Обратиться. А именно, вот мы должны рассматривать с вами процедуру разрешения коллективного трудового спора, установленную законом. В принципе, вся эта процедура расписана в Трудовом кодексе, и я ничего в этом смысле, в смысле юридической стороны, кроме того, что написано в законе, другого вам сказать не могу. Понятно почему, да? Наоборот, если бы я сказал вам что-нибудь другое, то вы не можете опираться на то, что я вам сказал, а не на закон. Верно? Вот не можете сказать, а нам вот сказали в университете, ну вам сказали, а вот статья такая-то, часть такая-то. Частями называются статьи, абзацы. Вот первый абзац, первый, второй, там, третий, это третья часть, вторая часть, согласно там, части второй статьи такой-то Трудового кодекса Российской Федерации, должно быть то-то, то-то, то-то. Вот поэтому я тут нам предлагаю сделать следующее. Значит, мы с вами в прошлый раз рассматривали требования обосновочные и выяснили, что это самое главное. Требования по коллективному трудовому спору – это самое важное. Если у вас никаких важных требований нет, серьезных, то нечего бузить. Правильно? Нечего себя отвлекать, других отвлекать. Это пустое занятие. И не случайно этих людей, которые устраивают забастовку на пустом месте, называют бузитерами. Ну вот у нас прошло за время нашего с вами последнего общения, прошло очень крупное событие в субботу, 23 числа. У нас в Ленинграде было большое шествие и митинг в поддержку забастовки рабочих предприятия «Анталин», бастующих рабочих предприятий «Анталин». Значит, очень была острая забастовка, она была связана с выдвижением следующих требований. Первое. Повысить заработную плату на индекс инфляции плюс 30%. Не на 1%, не просто увеличить зарплату. Вот если вы потребуете увеличить зарплату, я, конечно, если я работодатель, не обрадуюсь, но я вам накину по копейке. Если вы получали 25 тысяч, теперь будет 25 тысяч одна копейка. Повысила зарплату? Ваши требования удовлетворены? Да. Все, будьте здоровы. Или улучшите условия труда. Открою форточку. То есть, когда люди вот такое пишут, они не понимают, что они пишут. То есть, не надо из-за этого устраивать коллективно-трудовые споры. То есть, если что-то серьезное у вас есть, то вы должны сформулировать, написать, проголосовать. Мы говорили, что эти требования должны быть приняты на конференции или на собрании работников всех, или они должны быть приняты письменным голосованием членов коллектива. То есть все три формы допускаются законодательством. Пожалуйста, не получается у вас собрание собрать, ходите, подписывайте. Все, вот кто за эти требования? Пишите там неразборчиво, неизвестно кто, а фамилия, имя, отчество, должность и подпись, и расшифровка подписи. И известно, когда собирал такой-то, чтобы все это был документ. И вот такой документ, он, согласно законодательству, согласно Трудовому кодексу, дает вам основание вести коллективно-трудовой спор. В том числе освободить тех, кто, если вы не просто собирали за требования, а одновременно еще указали, что вот таких-то мы товарищи уполномочиваем вести переговоры, так и представлять коллектив работников по этим вот требованиям, да, по коллективному трудовому спору, тогда вы не надо вам второй раз ходить теперь по вопросу о том, а кто будет представлять. А вы же сразу идете, то надо сначала подумать, прежде чем бегать. Но некоторые по-прежнему сначала бегают, потом думают. Есть даже по этому поводу такой анекдот. Комиссия пришла на завод, и вдруг навстречу бежит человек с тачкой, с пустой, с такой скоростью, что они не успели даже его остановить и спросить.
И вот он добежал до конца цеха, развернулся и побежал обратно. И хотя он тоже быстро бежал, члены комиссии взяли за руки, в три ряда встали и его остановили. Говорит, куда вы так мчитесь? И почему у вас пустая тачка? Он говорит, некогда, некогда, отпустите, некогда, некогда нагружать. И побежал. Вот ведение коллективных судовых споров не должно быть тасканием вот такой, катанием тачки, которая ничем не нагружена. Или нагружена, знаете, как бывает, едет огромный КАМАЗ, и на нем один поддон кирпича. Это бывает не случайно. Это в том случае, когда вот тот, кто, так сказать, за хозяйские деньги кому-то там строит дом, он нанял КАМАЗ, где тот оплачивает, а он ходит по разным базам и смотрит, где какой-то остался кусок, последний кусок. Ну, последний кусок рубероида, последний там поддон кирпича. И те его продают по бросовой цене, там ничтожные. А деньги он с хозяина берет, вот этот организатор этого строительства, по полной цене. И, наверное, вы слышали такие вот названия, как стоковые магазины, не слышали? Вот иногда красиво так написано, сток Европы. Не видели? Что же стекает к нам из Европы? Сток, знаете, знаете, как вот, сточная канава. Вот, у нас написано магазин, стоковый магазин, сток Европы. Чего к нам стекает? Все отбросы? Ну, не совсем отбросы. Не совсем. Ну, в известном смысле отбросы, потому что, значит, имеется последняя единица товара. Вот ее там все, когда покупают, там брюки или платья, они там трогают, щупают, проверяют материальчик. Короче говоря, один экземпляр последний остался, последний. Вот этот последний материал, поскольку он, так сказать, там, его никто покупать не будет, на Западе, его преспокойно предлагают нашим товарищам практически бесплатно. Тем, которые снуют между Россией и заграницей. Они, значит, набирают этих стоковых предметов и везут в так называемый стоковый магазин, не путать секонд-хенд. Это не секонд-хенд. Его никто не надевал, этот продукт. И он продается примерно, и у нас он продается примерно за полцены от того товара, от цены товара, который на Западе. Ну и вроде как вот дешевые наши это с радостью берут. А что такое сток? Ну это одними словами выражено очень хорошо, сток Европы. То, что из Европы стекается, во-первых, секонд-хенд, то есть всякое старье. Во-вторых, супер-секонд-хенд, это супер-старье. Ну правильно? Супер-секонд-хенд. Вот, или европейский, европейский секонд-хенд. И еще стоковый добавок продукции. Вот не должно быть так, чтобы при организации коллективного трудового спора, значит, содержание требований было настолько пустым, что никчемным представляется вся эта длительная операция, потому что это очень длительная операция. Она может занять месяц, два, три. Три только месяца – это время, на которое могут быть освобождены представители работников от основной работы с оплатой по среднему. Ну и вот если вы были освобождены и три месяца просидели и, так сказать, боролись, так сказать, с администрацией, отстаивали интересы коллектива, кончились три месяца, можно заменить этих трех, снова собрать подписи или собрать собрание, и тогда тех надо уже оплачивать новых срок до трех месяцев и так далее. То есть, в принципе, это может быть безразмерное обсуждение, которое работодателю дешевле, чем взять ему и выплатить вам большую зарплату. Ну, пусть эти посидят трое, ничего страшного. Поговорят. Вот такая штука. То есть первое, конечно, условие, я, можно сказать, возвращаясь к тому, что уже у нас было, еще раз подчеркиваю, что если продуманные требования, то да. Второе требование у работников завода «Анталин» было 36-часовая рабочая неделя. То есть это, если первое требование наперекор инфляции идет, в этом смысле оно носит, так сказать, не только экономический, но и политический характер. Потому что во всех странах империализма, во всех проводится инфляция в соответствии с предложением Джона Мейнарда Кейнса о государственном регулировании. Дескать, зачем вы там сражаетесь на отдельном предприятии? Давайте просто будем цены повышать, и тем самым будет понижаться реальное содержание заработной платы. Как определяется инфляция? Кто может скажет мне? Вы все слышали про инфляцию? Слышали звон? Вот что такое инфляция? Обесценивание денег. А? Обесценивание денег.
И все? А чем вас волнует обесценивание денег? Вот мы с вами два коммерсанта. У вас цены в два раза выросли, у меня в 20 раза выросли. Чем вас, что вас волнует обесценивание денег? Что плохого в этом? Вот если мы с вами два коммерсанта и обмениваемся между собой, какая вам разница? Какое содержание? Ну зачеркните 6 нулей. Что будет? Ну 3 нуля зачеркните. Вот сейчас 1000 рублей. 3 нуля зачеркните на всем. На ценах и зарплатах. Что будет? Это деноминация называется. Все то же самое и будет. Ничем, ничего не изменится. Только старушки, когда получат пенсию, ахнут, что у них пенсия 6 рублей. Им сейчас вон сотни были, потом тысячи стали. Да где это она, когда тысячи получала? А когда он увидит, что у нее 6 рублей, ну тогда проследится. И пойдут с клюшками, так сказать, куда-нибудь на Садовую. Поэтому это тоже вопрос, связанный с организацией, с воздействием тут на работников, чтобы им казалось, что было уже тысячи. Вот я одно время был миллионером, ровно 2 месяца. В гайдаровские времена нам выдавали, ну, на зарплату не тянуло, на миллионы никак. Но сотни тысяч у нас были зарплаты. Ну, соответственно, и цены были в такое же количество раз больше. Но вот как-то я прихожу получать отпускные, мне дают 2 миллиона. Это да. И я жил, короче. Ну, 2 миллиона кончились к концу августа. На этом мое пребывание в числе миллионеров завершилось. Доцент миллионерами не были, профессора были миллионерами. Да. Вот так что вы имеете дело с бывшим миллионером, который прошел, так сказать, стадию вполне. Так, понятно. Так вот суть того, что я хочу вам сегодня предложить, это состоит в том, что считайте, что вы какие-то очень мощные требования выдвинули к работодателю, а я представитель работодателя, а вы представитель работника. И мы будем с вами проводить примирительную комиссию. А примирительная комиссия должна начаться после того, как вот вы мне выставили требования, я эти требования отверг, тогда начинается коллективный трудовой спор. Или я эти требования отверг частично, вы можете сказать, ну ладно, частично, и мы замирились. А если вы согласились с этим, то вы требовали, допустим, на 30% повысить зарплату, а я сказал, что индекс инфляции плюс 1%. И вы сказали, ну ладно, ради дружбы с вами. Мы согласны. Нет тогда трудового спора. Если вы не согласились, я предлагал вам 29, а вы сказали 30 и никаких. Закон дает вам право вести коллективный трудовой спор. Или, на чем мне надоели ваши лица, ваши не надоели, вот их лица надоели, что я вообще ничего не ответил. Если я ничего не ответил, если работники ответ не получили, это означает, что начался коллективный трудовой спор. То есть это законодатель предусмотрел, что есть, так сказать, люди, которые не хотят нормально разговаривать, не хотят вести диалог, ну не хотите и не ведите, так сказать, тогда, соответственно, скрипку будет, так сказать, свою играть другая сторона. Пожалуйста, вы не ведите, то, но будьте добры теперь освободить этих товарищей, приказом назначить, так сказать, кто с вашей стороны будет, потому что если вы от этого уклоняетесь, то, соответственно, ответственность предусмотрена за уклонение от процедуры разрешения коллективного трудового спора. Ну, между нами, говоря, ответственность какая-то. Самая большая – это 5000. Будете со мной судиться и получите 5000. Если получите. Мы уже с вами говорили, не так просто получить. Ну вот. Ну, это, так сказать, вот мы в это с вами сегодня поиграем в такую игру. Я у вас буду работодатель, а вы будете требовать свои. Зарплата вам нужна больше? Хотите, стипендию требуйте. Мне все равно. Все равно я не уступлю. Что хотите, то и требуйте. Есть у вас, короче говоря, требования, вот вы будете, вот как вы будете себя вести на заседании. Вот вы находитесь в помещении, считайте, что вы находитесь в специальном помещении, которое выделил работодатель. У нас работодатель есть? Кто у нас работодатель? Университет. Да, Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение. Так, как она полностью называется? ВПО, БГО, в общем, что-то я затрудняюсь.
учреждения высшего профессионального образования Санкт-Петербургский государственный бюджетный университет. Так, вы мне что-нибудь написали? Нет. Написали? Давайте. Никто мне больше письмо не написал? Это анонимка. Не рассматривается. А у вас не анонимка случайно? Анонимка. Это не подпись, это я напечатал на машине. Не узнаете, что это я печатал? Как вы докажете, что вы печатали? К принтеру это все одинаковые. На вашем принтере, не на вашем принтере. Мы же договорились с вами документы давать. Вы что мне даете бумажку? Заберите это. Ну, увидели я с вами так, как работодатель обращаюсь. Ну, мы должны приближаться к боевым условиям или нет? Что он хочет, чтобы я рассматривал анонимные послания. Мало ли там вы. Напишите там Попов. Вы прекрасно на вашем принципе принтере получится. Правильно? Кто вам может помешать? Вот вы сейчас принесете, там написано Попов. Только подписи моей нет. А так все то же самое. Один мой коллега, который был у меня оппонентом по докторской диссертации, заведующий сектором методологии Института экономики, профессор Сергеев, однажды получил письмо из Генеральной прокуратуры, в котором говорилось, что на ваше письмо, товарищ Сергеев, мы считаем необходимым сообщить следующее, что Генеральная прокуратура проверила такие-то факты и так далее, и не нашла в действиях таких-то нарушений законов, и поэтому не усматривай меры для принятия прокурорского реагирования. А он ничего не посылал. Ну вот он примерно как вот вы сейчас написали, только вы бы сейчас вместо своей вот закорючки поставили бы мою, вроде как написано Попов, ну примерно. Мало кто проверяет, экспертизу делает, это во-первых. Во-вторых, экспертизу подписи очень сложно сделать, когда требуется экспертизу провести, вам предлагают, напишите, пожалуйста, листик, тогда мы по вашему почерку узнаем, вы это или не вы. Но если вы поднаторели уже в таких делах, вы скажете, у меня сейчас плохое настроение, у меня рука болит, нога болит, и не будете писать. А если не будете писать, я не смогу проверить. И поэтому вот на суде, или во время судебного процесса, или в там, прокуратуре, или в следствии, вот, так получается, что я вам настоятельно, как следователь, рекомендую. Вы напишите мне листочек. Вы говорите, сегодня у меня болит рука. Ну, а левой я буду писать, вы же понимаете, как я. И завтра опять болит. Сколько я вас не вызываю? Вы что-нибудь нарушили? Нет. Нет? Ну, все. Вы смотрите на меня ясными глазами, а я тут скрежещу зубами и сделать ничего не могу. Поэтому, если человек, так сказать, строго действует, так сказать, знает законы, не так-то просто это определить. Но я минимально с вас вырвал все-таки подпись. Так, а вы подписали? Ну, дату вы, конечно, не ставите, понятно. А вот вы-то ставите, а вы, чтобы не замечали, что вы одним из последних даете. Вот товарищ честно поставил 27-го. Он не боится правды. Вы не боитесь правду сказать? Ну вот, а вы боитесь, скрываете правду о том, когда вы написали. Он даже компьютер убрал, чтобы думали, что он сам написал. А так это вызывает подозрение, что человек что-то скачал. Но правда, скачивать-то это нечего. И неоткуда. Ну, спасибо большое. Сейчас мы это рассмотрим, а я как раз даю тем самым вам время подготовиться к борьбе с работодателем. Так, товарищ Клюев, краткий анализ коллективного договора ЗАО «Первый контейнер и терминал». Коллективный договор, который мы рассматриваем, является примером грамотного подхода к решению многих проблем, связанных со спецификой работы. А вот если после проблем не поставить запятой, это будет пример безграмотного написания. То есть с синтаксисом у вас идет борьба. А вы же требуете грамотного? Ну, грамотно и пишите тогда, запятая, проблем, запятая, связанных, это какой оборот? Ну, какой, на каком основании надо ставить запятую? Тут уже никакого коллективного трудового спора не получится. Здесь или по правилам пишешь, или не по правилам. По правилам это причастные обороты, надо ставить запятую. Так. Связан со спецификой работы. В нем прописаны даже небольшие вопросы, вплоть до вопросов о спецодежде. Ну, спецодежде надо вместе писать или отдельно? Какие точки зрения на это есть? По правилам русского языка надо писать вместе. А если вы хотите писать отдельно, и пишите специальной одежде тогда. Тогда у вас будет два слова. Так, сроков ее носки, ну запятую у нас. Спецодежда сроков получается, если без запятой.
нехорошо. Вот видите, мне приходится придираться, и уж работодатель-то точно, если вы это принесли такой документ, обязательно будет вам. Сроков ее носки и определение лица, которые должны отвечать. Ну, наверное, лица. Да? Должны отвечать за ее сохранность и стирку. Пока все то, что вы пишете, все содержательно, но вот этим своим, так сказать, от своей формы такой, вы подрываете, так сказать, ценность того, что вы пишете. Также указаны, также пишется вместе в данном случае. Нет, потому что в виде союза «и» или вместо союза «и». А если «так же» указано, как у вас отдельно, именно «так», не «так» указано, а по-другому указано. Поэтому, вообще говоря, неверно. Потом вместо «указаны» с одним «н» у вас написано с двумя «н». Как вы понимаете, я, конечно, не преподаватель русского языка. Мне с ним всегда было тяжело. Мне тоже было тяжело. Я вот бы шел на золотого медалиста и получил четверку за сочинение, получил серебряную. Теперь я дразню тех, у кого есть золотая медаль, что теперь золотые-то у вас есть сейчас, кто их получает, а серебряных не дают. И ничего больше не остается. Но я был вот в вашем положении. Короче говоря, это исправимо. И никакого другого способа, кроме как а. читать больше, б. писать больше, и в. давать то, что написано, товарищам, чтобы они, так сказать, прочитывали иногда. И самому прочитывать, потому что я уверен, что если бы вы прочитали внимательно, особенно если бы читали бы, как я вам посоветую, с конца, последний абзац, потом предпоследний абзац, то следили бы не за содержанием, потому что автор, он следит, он поглощен тем, что он пишет. Ему не до русского языка. Поэтому я когда свою книжку, которую я написал и стал сдавать в университетское издательство, прочитал вот так, задом наперед, то есть последний, предпоследний и так далее, я в ужасе пришел, сколько там было ошибок. Но потом, когда я все исправил, принесла редакторша свои найденные ею ошибки, я тем более был в ужасе, потому что я решил, что я все исправил, но там оказалась еще тьма. Ну и, конечно, когда издаются книги, потом под занавес выясняется, еще есть 5-6, и вам предлагают или написать, что без опечаток, или вам зеленую бумажку напечатают, и вы ее вклеите в конце книги, и будет как бракованная книга у вас. Написано там вместо коровы писать, вместо корова писать, читать корова, вместо кашка писать кошка, читать и так далее. Как-то это выглядит не очень представительно. Так, также указывают такие немаловажные вещи, как время. Но перед как тоже запятая. Работа в трудных условиях и предоставление льгот и премий за работу в этих условиях. Хотя есть и довольно расплывчатые выражения, связанные, например, вводное слово, пишется запятая, с установлением вины рабочего при ЧП. Формулировка при изменении обстановки в пункте об ответственности за несчастный случай не отражает четкого понятия, что именно имелось. Четкого понимания здесь лучше бы написать. Ввиду, хотя вопрос весьма важный, ведь речь, запятая, должна быть, ведь речь идет об ответственности работника за происшествие. Также стоит, также тут вместе в вашем ключе, отметить тот факт, что по договору работника нельзя уволить или применить штрафные санкции без согласия на то правкома. Члены правкома должны входить в аттестационную комиссию и следить, тут запятая не нужна, входить и следить, союз и, не нужна запятая, и следить за повышением квалификации работников. После «и» ставится запятая, перед «и» ставится запятая, если у вас сложно сочиненные предложения из двух состоящих. Разделение занятости также должно быть вместе. Имеет спорные пункты. Ярким примером, на мой взгляд, является пункт, вот на мой взгляд, у вас в запятых выделено совершенно правильно. Является пункт об обязательствах работодателя при неимении работы на собственном предприятии. Неимении работы. Не предоставление, наверное, работы. Надо. Потому что неимение это вы не имеете, вы виноваты. У вас нет работы. А у меня все хорошо. А вот если вы говорите, что не предоставление, это я вам не предоставил работу, то я виноват. А если вы не имеете, вы виноваты. Вы хотите сказать, что вы виноваты? Ну да, я согласен. Предоставлять ее работнику в других организациях. По-моему, звучит это просто абсурдно. Если бы после «по-моему» стояла запятая, а после «по», по-моему, там черточка должна стоять, дефис, то все было бы хорошо. Из больших плюсов стоит отметить, что договор не обходит своим вниманием не только самих работников, но и их семьи. Примером может служить различные таблицы. Как это примером таблица может служить? Они только могут служить. Таблица – это множественное число. Если у вас таблица, то могут.
А если таблица, то может согласование должно быть единственное числа и соответствующей формы глагола. И выложить на разные случаи получение каких-либо трав, каких-либо чересчур. Что вам двойку по-русскому точно поставить за вот это произведение. Я не имею права вам, так сказать, ставить двойку, но предполагается, что человек, который занимается здесь в ВУЗе, должен это вот овладеть. Либо профессиональных заболеваний. Также опять надо вместе. Стоит отметить и некоторые льготы, запятая пропущена, связанные с возрастом работников. Это очень много ошибок. Двойка чистая по русскому закону. Чистая. Так а что знаете, какие меры у вас предпринимаются? Я, говорит, вам поэтому и написал, чтобы вы отметили. В целом документ весьма продуман и содержит небольшое количество спорных моментов, хотя не могу судить с полной уверенностью, что и с незнанием нюансов данного вида деятельности. Документы очень четко прописаны, большая часть трудовых ситуаций, и даны четкие указания на каждый случай. Вот я бы вам не советовал в таком документе, который является заключением, писать, что я не могу судить. Ну, не можете и не судите. А чего вы судите тогда? Зачем вы сами занимаетесь самооплеванием, самопринижением? Вы серьезный человек, конфликтолог, вы написали заключение. А чего вы не знаете, вы и не пишете это. Я пишу о том, что знаю. Я вам по химии же не консультирую вас сейчас. Если я ничего в химии не понимаю. У меня последнее, что было по химии, это я вот диплом второй степени на Олимпиаде школьников городской. На этом карьера моя химическая закончилась. Что я вам сейчас по химии могу рассказать? А вы говорите, это я вам не могу сказать. Еще чего, если я вам буду описывать, что я не могу вам сказать, это будет очень долго и интересно. Каждый из вас может мне еще более подробно о них сложить, что он не может и что он не сделал. А людей оценивает. Не потому, чего они не сделали, а потому, что они... Вот то, что вы сделали, я оцениваю положительно. А то, что вы там не совсем правильно писали кое-что, это ваш недостаток. Который ослабляет, конечно, общее впечатление, но не совсем его подрывает. А это просто ваша, так сказать, проблема, которую надо решать. Так, коллективный договор закрытый акционерное общество, первый контейнер-терминал. Непонятный заголовок. Так у вас что, коллективный договор или закрытое акционерное общество, первый контейнерный терминал? Что у вас? Это два каких-то выражения, никак не связанные между собой. Вообще-то, надо в родительном падеже писать, кого чего, коллективный договор, кого чего. И не в дательной, кем, о ком, о чем, нет, кем, чем. А в родительном. Первого, закрытого акционерного общества, первый контейнерный терминал. На мой взгляд, вот тут запятая стоит. Товарищи, работники закрытого акционерного общества первый контейнерный терминал сумели разработать весьма удачный для себя коллективный договор. Только для себя? А что, для плохо для работодателя, что они хорошо теперь работают, у работодателя высокая прибыль. Почему только для себя? И для себя тоже. Не всегда получается так, в силу единства противоположностей. Не всегда. Вот если вы лучше напишите вот этот, я должен оценивать. Что мне плохо, если вы получите не тройку, а четверку, и не четверку, а пятерку? Вот что мне плохого от этого? По-моему, мне скажут, вот смотрите, у него, вот, у профессора Попова студенты очень хорошо занимаются. И наоборот. А как они интересно у него занимаются, если у них двойки до тройки? Чего хорошего-то? Так что это не только вы заинтересованы, но и другая сторона может быть заинтересована. Так. Так, например, в пункте 3.2.22 говорится о том, что при случае, это нехорошо, при случае и не при случае, это при случае, это между тем. В случае, надо тут писать, в случае банкротства организации необходимо принять меры по трудоустройству работников не менее чем на 90% рабочих мест, вновь образуемых на базе имущества. Здесь после мест должна быть запятая. Или, например, пункт 3.2.14, где говорится... С мягким знаком тут написано у вас. Должно быть говорить себя без мягкого знака. Вы не одиноки. Вас уже много. У вас уже складывается коллектив. Третьего только нет. Говорится о том, что при отсутствии или снижении объемов работ, вследствие чего работники остаются без работы по своей специальности, вот тут у вас запятая стоит. Он вот так более грамотно пишет. Направлять работников на другие работы, в том числе и устраивать работников в другие организации, пусть и в портовые. Скажем честно, не часто можно увидеть, что обанкротившиеся организации сильно беспокоились о судьбе своих бывших подчиненных. Есть и такой пункт, который не всегда практикуется в организациях. В пункте 3.6.5 речь идет о том, что организация должна обеспечить детей работников, видимо всех, в возрасте до 7 лет, включительно билетами на новогоднюю елку с подарками. Я даже больше хочу сказать, там расписано еще, что должно быть в подарке. Потому что если вы не напишете, что там должна быть шоколадка, что там будет лежать? Плитка соевая будет там лежать. Если не написано, что там будет два апельсина,
Один мандарин будет лежать. Нет. Это проверено. Это же все очень просто пересчитывается на деньги. Если как раз всем работникам, всем детям мы все для них сделаем, и вместо шоколада, как сейчас делают вообще, шоколадные конфеты вы часто видите? Сейчас что вместо шоколада туда? Вместо какао-масла что сейчас туда? Пальмы. А? Пальмовые везде. А почему? Оно в 5 раз дешевле. И если я вот делаю конфеты, и мне в 5 раз дешевле вместо какао-масла для вас сделать шоколадку, я туда пальмовое масло скажу, да что пальмовое, такое хорошее. А знаете, в чем оно характеристика? Там одни канцерогены. Что? Канцерогены. Оно, это правильно, но оно температуру плавления имеет выше, чем температура тела человека. То есть вы съели, оно там, там они прямо кусками так и лежит, это пальмовое масло у вас в организме. Вам это надо? Нет. Скушайте, пожалуйста, шоколадную конфеточку. Причем вот эти вот сухие торты, которые еще год назад, там можно их было есть, и там было масло какао. Масло какао не самое такое легкое для организма, не самое, но оно добротное. Добротное, по крайней мере. А теперь туда пальмовое масло, и это вообще... Да, если вы хотите кого-то постепенно убивать, то регулярно ему давайте. Пусть он кушает, кушает, кушает эти тортики. Потом смотришь, он так закачался. Так. Есть и такой пункт, который не всегда практикуется в организациях. Это вы говорили про елку с подарками. Объясняется же столь трепетное отношение руководства к своим работникам тем, что созданное благоприятное условие работников зала первый контейнерный терминал должно способствовать созданию в организации. Должно способствовать или способствует? У вас сомнения? Способствует. В здоровых и позитивных местах «ных» написано «ным» отношений. Это говорит о чем? Что вы не прочитали, прежде чем мне отдать. Прежде чем отдать кому-то свою рукопись, почитайте, там не написано ли вместо корова корона, или вместо корона сарона, что-нибудь еще в этом роде. Значит, ведь я вот главный редактор газеты «Народная правда». Мы однажды печатали информацию о заседании Российского комитета рабочих. Там выступал заместитель председателя Федерации профсоюзов России, товарищ Бабич. Мы его надали на первой полосе с портретом. Потом, когда мы получили газету, я не дал, думайте, я на вас так нападаю. Вот мы получили, я сейчас вам расскажу, какая с нами была история. Но это у вас в одном экземпляре, а мы напечатали 10 тысяч. Получаем, на первой полосе написано. Диспетчеры установили себе зарплату от 40 до 250 тысяч. Это хорошо, если они усыновили такую зарплату. Но, во-первых, зарплата женского рода. Тогда почему не удочерили? Лучше бы удочерили ее. Но там должно быть «установили», а написано «усыновили». Я на всякий случай не стал ничего не говорить автору. Они не заметили. Но однажды у нас была такая ситуация в 2000 году. Мы подготовили специальный номер газеты, где было написано, что есть лучшее в Петербурге. Вот я своих всех настроил, работников, так что вот вы знаете, что у нас плохого? Не надо сегодня говорить, что вы можете сказать, что хорошее у нас есть. Вот в университете что хорошее, у вас в жизни что хорошее. Родители у вас хорошие, там, друзья хорошие. Ну, свет еще пока горит у нас, несмотря на Чубайса. У нас много чего хорошего. У нас и школьники выиграли Олимпиаду. У нас есть один из лучших в мире театров. Сюда приезжает университет, у нас есть здание 12 коллегий, у нас есть Смольный, у нас есть и прочее. Здесь у нас родились очень известные люди, такие как Кутузов. И вот когда вышла газета, там было написано, здесь родился Михаил Иванович Кутузов. А я, как главный редактор, подписываю печать. Я когда подписывал, а это очень большая была работа там, вот я смотрел за содержанием, все. Так у меня взгляд задержался, так я посмотрел, что это так. Но я прошел дальше, потому что статью это написал заслуженный работник культуры, мой первый заместитель, Фетисов Борис Лаврентьевич. Ну, думаю, все написал хорошо, я так уж внимательно, это вот я на вас тут нападал. Думаю, он, а вы бы сидели, вы бы заслуженный работник культуры, а я бы тут вам что-то там еще объяснял, как писать. Потом мне звонили со всего города, потому что миллионы. Миллион это каждая вторая семья получила. И звонили, Иван Михайлович, вы правда профессор? А вы знаете, как зовут Кутузова? Вы знаете, как зовут Кутузова? Да, Михаил Илларионович. Михаил Илларионович, да. А у нас написано Михаил Иванович. Миллион экземпляров. Это ужас. Так что вы не один, я третьего вам нашел.
Мы же искали третьего, вот я третий вам буду. Но я стараюсь. Надеюсь, что вы тоже будете стараться с этим бороться. Кстати, я должен сказать, что такого, чтобы в газете не было никаких ошибок, не бывает. То есть, если вы будете очень тщательно бороться вот с этим, например, вот мы делали газету, а вы не делали, мы вам дали, вот вы почитаете, вы свежая голова, потому что у нас уже голова вот. И вы найдете ошибки, исправим мы. Но все вы не найдете. Так, в свою очередь, это должно привести к повышению трудоспособности работников. Также вместе в данном случае. У нас есть два вида высказывания со словами «так же» или «так же, как и раньше», или «так же», в смысле союза «и». В этом случае пишется вместе. У вас совершенно очевидно в смысле союза «и», поэтому здесь должно писаться вместе. Также хотелось бы отметить, и то, что... В организации существует четкий порядок присвоения класса квалификации докером-механизатором. Почему от докером пропуск, а потом стоит черточка? Не должно быть пропуска, когда идет дефис. Правильно? Я списал с книги. Выбросите эту книгу, с которой списали. Чем? Сжигите ее тогда. Хотя книги сжигать нехорошо, но безграмотные всякие штуки не надо брать за образец. При чем тут это? Докер-механизатор. Юрист-механизатор, как Горбачев, как пишется? Черточка, дефис, без всяких пробелов. Так, указано в приложении 3К к коллективному. 3К у вас получилось. Не 3, в приложении 3 к коллективному договору. Почему? Потому что после тройки вы не сделали пробел. Так? Это положение устанавливает порядок присвоения, повышения, подтверждения и снижения класса квалификации докера. Для докеров-механизаторов установлено 4 класса квалификации. Высшим является первый. На мой взгляд, такая система дает работнику четкое видение своего возможного повышения в данной организации. Что значит возможного повышения? Что значит повышение? Как повышение? На кран, что ли, поставить? То есть человек работал докером-механизатором, а теперь он работает на мостовом кране. И на него смотрит, эй, слушай, там как, когда ты подашь? Повышение что? По службе. Или повышение квалификации. Наверное, идет повышение квалификации. Тут пропущено слово. Что опять же является дополнительным стимулом для работников в качестве деятельности на рабочем месте. А если количественная деятельность не нужна, только в качественной деятельности. То есть он должен обработать 10 контейнеров, он качественно обработал один. Это хорошо? То есть как-то так вырвать качественное и оторвать от количества, по-моему, тоже нельзя. Если повышение качества, это понятно. Так, ну а в целом, что я хочу сказать, что вот эти вот последние разобранные мной материалы, они говорят о том, что вот с течением времени и по мере вот этих выслушивания предыдущих всяких замечаний, уровень, так сказать, такого более внимательного разбора, более содержательного вырос. То есть вот это, эти вот две работы, которые мы рассмотрели сегодня, говорят о том, что товарищи, так сказать, ну, более вдумчиво анализируют содержание коллективного договора. А не так, что вот коллективный договор, он заключен, оказывается, между теми и теми. Это ясное дело. То есть меньше общих мест и больше специфики этого данного коллективного договора, больше анализа того, что здесь есть положительного и какие есть отрицательные моменты. Так что, ну, сказать, я должен сказать, что это положительные оценки заслуживает ваша деятельность. Ну вот теперь представьте, что мы с вами находимся на переговорах. Да? Поскольку я представитель работодателя, я сяду. Вы можете мне ближе сесть, можете там сидеть. Ну, здравствуйте, товарищи. Так, давайте познакомимся. Значит, вот, будем считать, что с моей стороны я генеральный директор. Такой-то, такой-то Иванов Иван Иванович. Вот мой заместитель директора по режиму, чтобы вы знали. Он будет внимательно смотреть на ваши лица, чтобы запомнить, кто тут сидит 3 месяца и ничего не собирается делать и получать зарплату. Вы получаете зарплату? Я приказ уже издал о том, что вы освобождены для проведения коллективных переговоров и примирительных процедур. Правда, я хотел издать приказ, чтобы вас освобождали только на 2 часа в неделю, когда мы с вами встречаемся по четвергам. По четвергам встречаемся с вами, как мы договорились, и регламент мы согласовали, с 10 до 11.30. Вот. Но вы настаивали на том, что в кодексе написано не на время переговоров, а на период переговоров. Поэтому я, с одной стороны, пошел вам навстречу, не столько вам, сколько закону. Вот, но вам тоже навстречу пошел. С другой стороны, это не значит, что вы должны стараться эти 3 месяца тут вот пробездельничать, сидя тут и попивая. Пожалуйста, пейте кофе.
Это не значит, у вас могут по штурвалу руки-то соскучиться. Поэтому уж, пожалуйста, будьте добры. Давайте будем решать вопросы конструктивно. А чтобы вы понимали, что значит конструктивно, вы должны понимать, что мы с вами представляем собой одну организацию. Вот. Причем мы с вами не в равном положении. А именно, вам особенно надо подумать о том, что если какие-то будут невзгоды нашей организации, то, как вы понимаете, у меня есть другие активы в других организациях, и ну, я сменю просто род деятельности, это предприятие будет закрыто, на котором вот вы тут выступаете со всякими требованиями и так далее. Ну, это значит, что мы вас, конечно, не бросим, а именно выполним то, что требуется по закону. То есть, если предприятие обанкротится, то вы получите за 2 месяца. А то, что вы своими действиями можете привести к банкротству, это я вам совершенно ответственно заявляю. Потому что надо работать, а вы тут дело ведете к забастовке. Вот будоражите вообще коллектив. Причем вот вы-то представители, вы должны понимать, вот мы с вами сейчас сидим, вы должны ответственно относиться к тому, что вы делаете. Мы с вами находимся в одной лодке. Вот вы ее раскачаете, вы утонете, а я останусь. Поэтому самые заинтересованные, чтобы... Поэтому я бы на вашем месте, поскольку вам время есть, идите в бригады и объясните им, что финансовое положение у нас очень тяжелое. У нас рядом вот конкуренты со всех сторон. Если я вам повышу зарплату, значит, наша прибыль упадет, конкуренты нас переиграют, мы закроемся. И вы вообще потеряете рабочее место и зарплату. О чем я вас проинформирую, хочу в самом начале нашей с вами беседы. А теперь, пожалуйста, выступайте со своими требованиями, докладывайте, как будем мы действовать. Кто хочет сказать? Мы рассчитывали, что это все происходит в рамках университета, и, соответственно, требования соответствуют нашему состоянию как студентов, нашему положению. Да вам закон дает право выдвигать какие хотите требования, только соблюдайте процедуру. Вы соблюли ее, пожалуйста, ваши требования рассматриваются. Вы что, хотите закрыть университета? Нет, нет, нет. Что вы хотите? Или вы хотите, чтобы, так сказать, вот наш университет, во всех университетах будет 1200, а у нас будет 1400, вам не стыдно? Что вы такое делаете? Чем вы лучше, чем в пензенские там студенты? Вот вы требуете, чтобы вам было выше, да? Да. Это не скромно. Ну, это не только, на самом деле. Мы путем коллективного решения пришли к выводу, что все-таки требуем, чтобы наш учебный день длился до 15:30, не более. То есть это 3 пары стабильных в день. Ну, а вы вообще пришли в университет учиться, или вам лишь бы поменьше, что ли, чтобы учебный день был? Когда вы сюда поступали, вы там прямо рвались, как бы прямо казалось, что вы тут будете учиться с утра до вечера. А как дело дошло, что вы собираетесь потом делать до 15:30? Здесь есть столовая пара. Пожалуйста, кушайте. А вот, кстати, а столовая у нас тоже есть. А что вам, чем вам не нравится столовая? Вот, товарищи, вы в курсе дела, что ваши товарищи с филологического факультета бузили после того, как поменялся здесь состав в этом самом кафе. И они требовали, потому что сразу обед стал стоить 200 с лишним рублей, и они добились того, что был комплексный обед для студентов, 110, и преподавателей. Вам ввели комплексный обед, что вам еще надо? Кушайте и занимайтесь. Наши службы проверяют, он съедобен. Никто еще не умер у нас. Вы умерли? Кто-нибудь есть? Есть трупы? Не стоит до этого доводить. Так никто и не доводит. Вы знаете, вот 600 человек в аэропорту вот отравилось этим летом. В курсе дела? Читали в газеты? Не читаете? Значит, вы газеты не читаете? То есть вам люди, которые отравили 600 человек, а тут всякие предположения, что якобы у нас отравляется. А на самом деле, когда отравляются люди, вас вообще вы не замечаете так. Что вы за люди такие пришли тут требовать? Мы договорились, как у нас это реально перевел. Я вообще не понимаю. Вот мне, например, дорога ваша жизнь, а вам, похоже, недорога. Жизнь никого. Вы даже знать не хотите. Общественность возмущается. Невозможно качество продукта, изготовляемое в рамках университета. А вы кто? Вы специалист? Вы специалист по обслуживанию. Вы специалист по качеству? У вас есть какой-нибудь? Я среднестатистический человек, который мало-мальски разбирается в еде. Ну, где тогда? У вас есть какой-нибудь документ, что вы разбираетесь, и вы можете определять качество блюд? Вы по своей конфликтологической это еще документа не имеете. А вы хотите еще по блюдам иметь. У вас никакой бумажки нету.
Вы я не хочу сказать про вас, что вы самозванка. И не буду это говорить, что вы самозванка. Но некоторые могут подумать, что вы самозванка. Я не хочу, чтобы они подумали про вас, что вы самозванка. Поэтому вас призываю к тому, чтобы вы подумали над формой изложения своих требований. Хорошо. Но в таком случае мы просим улучшить циркуляцию воздуха в аудиториях факультета. Ну, открывайте форточки, она улучшится. Некоторая часть преподавателей против этого. Ну, я считаю, что ваше вот это требование я готов выполнить. То есть, значит, ну, это накладывает на вас дополнительные обязанности. Вы должны решить, кто у вас кто должен следить. У вас есть староста? Этого мало. Значит, ну, это заместитель старосты, который за воздух отвечает, который должен прийти, потребовать, чтобы отсюда вышли те, которые до этого занимаются, сплошь и рядом. Не надо на перерыв отнимать у студентов время. Вот, у вас это время нерабочее. Я от вас требую, чтобы вы в рабочее время как следует занимались. Тут никакой поблажки не будет. Но время перерыва, если вы увидите, что я украл у вас минуту, это будет справедливый гнев с вашей стороны. Да вы плохо за этим боретесь. Ну вот, мы вам выдвигаем требования. А я вразил, а я всегда заканчиваю вовремя. Что вы ко мне-то претензии эти предъявляете? Вы куда-то, вы с кем вообще сейчас беседуете? Со мной? Я вот в рабочее время я требую, чтобы вы работали хорошо. А чтобы я у вас вот продолжал лекцию, вы имеете такие факты? Или вы облыжно, без фактов, хотите обвинить человека? Как вам не стыдно? Вас за лечо коллектив послал, чтобы вы какую-то правду говорили? Ну так ведите себя честно и порядочно. А что вы хотели? Что у вас это приятный был разговор? Я вам честно и откровенно говорю. Что вы делаете? Ваша задача здесь. Вы зачем сюда пришли? Требования излагать какие-то. И искать, давайте искать компромисс. Давайте. У вас или у вас настроение такое, просто вот требует здесь, вот говорит и будет. Ну вот давайте компромисс. Вот я ему предлагаю. Найдите себе ответственного, чтобы он приходил в аудиторию, чтобы он сразу, как только звонок прозвенел на перерыв, он должен открывать дверь и сказать: уважаемый Иван Петрович или товарищ преподаватель, сейчас наше время отдыха, к аудитории должно быть проверено, я зам по воздуху, освободите, пожалуйста, все. Ваши требования законно, справедливо обоснованы, а вы этого не делаете. А все блага в современной России носят заявительный характер. Если это вы не делаете, то вы и виноваты. Чего вы со мной теперь тут? Это вы сами виноваты, что вы? Мы катаемся на стены везде. Что? Мы везде катаемся на стены, никто нас не поддерживает. Да? Вас никто не поддерживает, потому что вы не боретесь. Вот вы приходили, так делали, как я вам сказал. Вот если... Положение. Что положение? Не позволяет вступать в противоречие. Позволяет, это ваше время. Ну вот обеденный перерыв, это чье время, ваше или мое? Вот в рабочее время? Нет, в рабочее время вот я от вас буду требовать все, что вы делали. Сейчас вот вы будете пирожок, если у меня жевать. Уберите вот эту вот бутылку. Что это такое? Бутылка прямо на занятиях, какой-то ужас вообще. Что это такое вам? Распивочное, что ли, там? Салман? А вот никто не жует пирожки? Нет. А вот если я вам что-то задерживаю вас, а вам вы идете в буфет, я не могу препятствовать ни в коем случае. И не буду. Вот у нас и компромисс уже. Будем считать, что мы уже по одному вопросу... Или вы против? Нет. Ну вот видите как, я знал, что вы за. То есть вам просто... То есть вы признали, что вы сами не организовались, не назначили ответственность за воздух. Не требуете то, что вам положено по закону. Вы даже не понимаете, что это свободное время принадлежит вам. Оно не принадлежит преподавателю. Никакой преподаватель не может отнимать у вас это время. Открывайте дверь, заходите сразу, говорю, больше это у нас перерыв. Идете, открываете форточку. И если этот преподаватель пойдет жаловаться, то вы пойдете к декану. Декана знаете, как зовут у нас? Сергей Иванович Дудник. Вот приемные часы. Вы были на приеме у декана? Нет. А что тогда вы? Что вы сразу со мной сразу тут стали будить? Вы не ходили, не попросили, не сказали. Но вам не с чем идти к декану. Вы ни разу не попробовали это делать? И, а вот если бы какой-нибудь преподаватель бы стал бы вам противодействовать, вы бы тогда на него пожаловались законным образом декану. Ну вы пожаловались декану? Декану пожаловались? Вам для кого написано? Для кого? Вот выйдите отсюда, вот почитайте там написано. Вторник, четверг принимает товарищ Дудник. Вы читали это? Да. А что вы не хотите? Вы не уважаете декана своего? Он для чего повесил? Для вас повесил. А вам только бы бузить и только устраивать всякие требования и коллективные споры, а не работать. То есть вы в рабочее время не работаете, и свободное свое время не можете защитить. А я вам виноват, как представитель работодателя. Что я могу сделать, если вы такие без руки? Еще какие проблемы? Установить электронную пропускную систему на входе на факультет, дабы
чтобы не задерживать циркуляцию людей туда-сюда. Да зачем вам эта вообще электронная система? Потому что это... Вот я когда, был студенткой, но я студенткой не был, студентом был, у нас не было никакой системы пропускной. И вообще ее в принципе убрать. Так вот я и спрашиваю, вы определитесь вообще, вы же коллектив. Вы что представляете, или убрать ее, или сделать электронную. Вы только деньги хотите университетские потратить на электронную систему. Вы знаете, что она дорогая? И будете с этими карточками ходить. И так вот, я, например, уже вот вечером, вот у меня занятие 20-20, вот я кафедру имею, номер 15, помещение внизу. Вот я там уже пальто не могу оставить, потому что я по окончанию своей лекции 21-30 не могу туда зайти, потому что оно уже все перекрыто. И я должен нести пальто, как вот мешочник, и класс в аудиторию, где я читаю лекцию. А вы хотите вообще это сделать по всему университету? Это ваши прежние все? Ну, если какая-нибудь гадость где-то распространяется. Университет, вы хоть знаете, что такое? Вы где находитесь? Университет – это место, где каждый студент может пойти в любое место и послушать лекцию. Любую. Вот, например, на биологический, на геологический. А на основании чего же тогда сидит данная женщина с мужчиной на парах? На основании таких вот, извините, таких требований, которые вы выдвигаете. Вот раз такие есть люди, которые требуют, вот такие сидят. Женщины всегда сидели и на всякий случай их присматривали, чтобы там кто-нибудь не напачкал, в грязных сапогах не пошел, в нехорошей одежде, пахнущей. Ну, тут есть люди. А если люди пришли вот с улицы трудящиеся и послушали лекцию, сейчас бы кто-нибудь сидел, вот трудящаяся, она сидит, посмотрите на нее, вот она пришла, трудящаяся, и сидит. И что плохого? Что она вам сделала? Ради Бога. Вы, наверное, деньги большие заплатили, думаете, раз я заплатила, она бесплатно тут сидит. Да? И вы, вам жалко своих денег. От того, что она тут сидит, у вас ничего не уменьшается. Знание – это такая вещь, которая, если она, если бы это был у меня продукт материальный, если бы я его вам передал, допустим, кусок мяса, вот теперь у вас есть, у меня нет. А знания, если я вам передал, они у меня что? Исчезли? Ну так и вы, если это получите, это не значит, что если она тут сидит, присутствует, то у вас знаний будет меньше. У вас знаний будет меньше, если меньше будете заниматься. Поэтому опять думайте о себе, а вы все думаете по сторонам. Пропускная система вам не нравится и так далее. Какие еще у вас требования? Я считаю, нет основания это требование удовлетворять. Идите и разъясните, вам время есть, у вас вы зарплату получаете, идите в бригаду, разъясните людям, что это требование неправильное. Ну, в таком случае у нас следующим пунктом у нас не больше 4 экзаменов на сессии. Почему не больше? Вот Ленин, например, вы любите Ленина, уважаете? Он приехал, сюда сдал вообще все экзамены в сессию по экстернам и пошел юристом. А вы любите, чтобы платить вот 120 тысяч семестров, потом второй семестр 120 тысяч семестров, и много сидеть тут 4 года, и чтобы еще мало было. Что-то вы удовольствие, что ли, растягиваете? Сейчас платное образование. Чего вам растягивать удовольствие? Вы сдали быстро, закончили, уходите. Ну что у вас задача? У вас что? Вы родительские деньги проматываете здесь или свои? Вы работаете деньги? Вы капиталист? Нет. У вас есть корабль? Нет. Радиостанция? Чего вы смеетесь? Серьезное дело. Может, у вас есть корабль, и вы хотите нас покатать? Пожалуйста, мы на этом корабле будем, и я буду экзамен у вас принимать. Сейчас будем, вот вдоль Невы, значит, туда-сюда, весна будет. И чем? И сессия будет большая. Вы все экзамены сразу сдадите. Что плохого? Я, например, когда был студентом, вот на первом курсе, я очень с трудом сдал первую сессию, а вторую я досрочно сдал на месяц. И поехал пионервожатым, пионерлагерь в Поляны. Университетский. Но когда все сдавали экзамены. Что плохого? Я все быстро сдал все экзамены. И что? Зачем их уменьшать? Вот я как представитель работодателя, а работодатель у нас государственный университет. Отсюда выпускает президентов. Вы президентом хотите быть, нет? Нет, не президентом. Не хотите? А премьером? Нет. Хорошо. Министром? Нет, вообще не нашим. Никем не хотите? Мы конфликтовали. Ну вы, как что значит конфликтовали? Вот у нас Сергей Борисович, глава администрации Иванов. Какой факультет закончил? Хуже. Какой? Филологический. Дальше. А вот вам известен Громыко, например, Андрей Андреевич. Вот у меня были две студентки. Они очень умные были студентки. Одна фамилия, помню, Филина, очень умные. Умные, но ленивые. И они, значит, вот мы хотим заниматься международными, а на экономическом факультете, мы хотим международными делами. Я говорю, вы хотите международными заниматься? А вы знаете, какая степень докторская у Громыко? Какая? Доктор экономических наук. От этого еще никто не умирал, если кто-то грамотный. У нас в университете, вот скажите, пожалуйста, вот когда я вам излагаю лекцию, вы кто сейчас? Вы в качестве кого выступаете? В качестве потребителя.
А когда вы сдаете экзамен, кто потребитель? Я потребитель, а вы, я вам помогаю проконтролировать. Вы что, не хотите узнать, правильно ли вы изучили? Вам это не интересно? Когда вы не настоящие студенты вообще. Правда, вас не интересует проверка знаний. Это вы проверяете. Вы проверять должны с помощью меня. Я для вам, вам помощь. А вы говорите, не надо меня проверять? Ну и не надо вообще, не ходите на экзамен. Нет, для того, чтобы... Ну, видите, вот вы... Мы говорим о том, что сократить количество экзаменов... Зачем? Не вот, по-моему, надо сделать 5 или 7. Почему до 4? Ну, а как она... Ну как? Ну, сколько у вас предметов? Что? Так если, значит, давайте предметы выкинем эти. Потому что если вы не сдавали экзамен, значит, вы с кем имеете дело? Вы имеете дело с тем, кто отличается от вас одним, что он уже то, что вы делали, уже делал, то есть был студентом, и знает очень хорошо, и другие могут подтвердить. Тихо-тихо, не надо меня переживать, у вас генеральный директор. Я вам дам время. Так вот, и знает очень хорошо, что те курсы, по которым не было экзамена, это пустые курсы, они ничего не оставляют в голове. Вы что, хотите, что у вас была пустая голова по окончании университета? Не позволим, но посран. Ну, хотя бы, чтобы равномерно распределялись, потому что на нашем... Ну, это другой вопрос. Равномерно, что... пожалуйста, равномерно. 7-7-7. Это равномерно. Потому что в рамках нашей группы встречались случаи, когда в период летней сессии у нас было 2 экзамена, в период зимней 5. Это... Ну летом же хорошая погода, идите гуляйте. А зимой, вам делать нечего? У нас слякоть, все. И вы устаете экзамен. А зато летом, когда солнце, идете на пляж, отдыхаете, и вы недовольны. Я не понимаю ваших требований. Вы поговорите с коллективом? Что-то у вас какая-то болезненная, так сказать, желание вот обязательно вот противопоставлять себя работодателю. Кого вы поддерживаете? Меня поддерживаете? Нет, коллектив меня поддерживает. А? Коллектив поддерживает мои. А что, вы падаете? Что он вас поддерживает? Требования. Поддерживает? А с чего вы другие взяли цель? Я что, требования не продуманные, не обоснованные. Могу я ответить следующий пункт? Ну, пожалуйста. Вы вообще, я все это читал, только вы теперь обосновываете. Мы просто полемику ведем по этому пункту. Давайте следующий пункт. Что у вас еще там есть? Загадка. Оповещение студентов о расписании экзаменов и зачетов осуществлялось до, как минимум за 2 месяца до их непосредственного проведения, дабы иногородние студенты могли себе приобрести заранее ЖД или авиабилет домой. Чего у нас такое настроение? Как бы быстрее уехать домой? Нет, чтобы подумать, как еще позаниматься. Но требования ваши, в общем, справедливы, конечно. Я готов пойти навстречу. Я бы вообще... Никаких препятствий не вижу, кроме одного, что у нас теперь такая сложная система управления, что у нас вот раньше, например, экзамен, вот мы с вами согласовали, я вот жил в такое время в университете, вот мы с вами согласовали, идем к диспетчеру и сообщаем, потому что я имею право принимать, мне кто такое право дал? Не деканат и не ректор. Закон? Нет, не закон, высшая аттестационная комиссия, но я профессор, у меня звание профессора по кафедре экономики и права. Мне его давала высшая аттестационная комиссия. У меня докторская степень мне давала высшая аттестационная комиссия при правительстве Российской Федерации. Какие нужны еще бумаги, чтобы я у вас принимал экзамен? Ну какие они? Выше есть высшая аттестационная комиссия? Нет. Значит, мы с вами договорились, я вас принимаю. Что требуется от деканата? Дать нам ведомость, чтобы то, что вами будет сказано, попало на скрижали истории. Вот и все. Раньше мы аспирантский экзамен принимали. Вот, вот приходит аспирант, вы аспиранткой будете. Приходите, говорит, Михаил Ильич, могу я сдать аспирантский экзамен? Вы когда готовы? Я вот сейчас уже готова. Хорошо. Вот приходите там в четверг. Мы собираемся, вот профессор такой-то, профессора по русскому языку, они специалисты. Собираемся и принимаем. А они тоже утверждены ВАКом. Зачем еще какой-то приказ? Мы принимаем у вас экзамен, и вот это вот бумаги относим, а бумаг я подписываю. Я подписываюсь, я же официальный преподаватель, у меня звание, я имею право преподавать. Право мне уже дано, сколько раз можно давать мне право? Каждый раз мне нужно предоставлять еще право принимать у вас экзамен. Если у меня право есть, принимать у всех экзамен. Почему я могу принимать? Я вот математик по образованию, имею право преподавать математику. Так, я кандидат экономических наук, я политэкономию могу принимать. Я доцент по кафедре управления и планирования социально-экономических процессов. Управленцы хотят сдать экзамен? Пожалуйста. Так, я доктор философских наук, по философии могу принимать. Я профессор по кафедре экономики и права, по экономике и по праву могу принимать.
Ну что надо вам? Давайте, вот что... Нет, говорят, а приказ есть? И вы с этим приказом ходите, сколько будет, все сюда ходят. Вы сдавайте хоть вот сейчас между делом, чего вы ждете там? Я, например, сдавал в течение семестра все экзамены. Кончается. А вы говорите, как вот в сессию? Вы бы что-нибудь такое потребовали? Вот это вы бы потребовали. А что вы требуете? Ваши требования хилые вообще. Вам не стыдно перед коллективом с такими требованиями выступать? Идите обратно. И все, какие у вас требования? Может, общественные? Все? Все? Ну, по форточкам мы договорились с вами? Да, и по поводу... Значит, наша беседа была не зря. И вот я думаю, если вы согласуетесь с коллективом, будем, это мы запишем в соглашение. А как же вы забыли о том, что вывещают студентов за 2 месяца? По расписанию, по расписанию экзаменов. Ну, тяжело, но будем стараться это делать. Ну, вот эти 2 пункта я готов принять. А если вы, так сказать, принимаете все остальные, будем считать, что наша исчерпана, коллективный трудовой спор. Вы идите там, разъясните людям-то. А что вы здесь-то выступаете? Хорошо, идите там, вот разъясните. Зарплата вам идет же? Так отрабатывайте свою зарплату. Я же вам плачу зарплату. Вы получили зарплату за этот месяц? Да. Ну, вы же ни дня не работали. Ну, идите и разъясняйте. Еще какие у вас есть заявления? Все? Ну, на этом, я думаю. Когда мы в следующий раз с вами встречаемся? Через неделю. Через неделю вот встретимся. Надеюсь, что вы уже принесете согласие коллектива. И тогда мы подпишем. А? Нет проблем. Ну, вот нет проблем. И на этом будет, я думаю, наш коллективный трудовой спор завершен. А я поговорю с хозяином. Потому что я ведь генеральный директор. Я человек зависимый, как вы понимаете. Он вдруг, я к нему приду, скажу, наши вот эти троглодиты требуют вот это, вот это, вот это. Он скажет, да вы что? Поэтому, извините, я, вот вы доложите о том, что ведь ваш большой балда вам какое право дал. Вы же меньшой балда. Вы же представители работников. Есть работники, правильно? И у меня есть большой балда. Я пойду к большому балде, он скажет, что вы-то меньшой балда. Зачем ты ему ступил? И прогонит меня. Вот если он меня не прогонит, то мы встретимся с вами в четверг. Может быть, я до четверга уже тут и не буду. Это вы так защищены тут все студенты. А нашего брата и все. Выводите мое положение. Ну и вы наше положение. А я у вашего уже давно вошел. Так, значит, мы запишем протокол. Кто у вас будет писать протокол? Протокол должны подписать, о чем мы договорились. А то вы то вы мне напоминаете. Что вы мне напоминаете? Надо же документ написать. Протокол чего? Заседание помирительной комиссии. От какого числа? Протокол заседания примирительной комиссии от какого числа? Я думаю, надо от каждой стороны по этому. Вот у меня директор по режиму будет подписывать. А у вас кто? Вы будете подписывать? Еще вот соседка? И вот мой ассистент. А что, она у вас уже ассистентом стала, а не ассистентка? Я думала, она ассистенткой будет, она ассистент. Ну, понятно. Сейчас, да, сейчас у нас, да, вот быстро это происходит. Чтобы это вот, чтобы вы не думали, что это вот просто вопрос шутки. Вот если возьмем, у вас есть страховое свидетельство, вам выдают или еще не выдают пенсионного фонда? Выдали, да? Вы его читали наоборот, что написано? Нет? А вот почитайте, посмеетесь, просветитесь. Вот как всегда бывает, то, что всем известно, оно не помню. Вы почитайте, что там написано. Вот там написано, подлежит замене. Да, подлежит замене. Вот читайте, подлежит замене. Только медленно читайте. Тихо. Сейчас. Страховое свидетельство подлежит обмену в случаях... Громче. Страховое свидетельство подлежит обмену в случаях изменения фамилии, имени, отчества... Так, фамилия, имя, отчество. Фамилия понятно. Ну, имени, ну, менее понятно. Отчество. Здорово, да? Отчество изменения у вас. Как это интересно. Ну, хорошо, идем дальше. Отчество изменили. Да, это уже интересно. Дальше. Дата рождения. Хорошо. А на что пенсию мне раньше получить? Дату рождения ты взял и переписал. Давай, несите деньги, и у вас дата рождения будет гораздо раньше. Хотите вы будете 1901 года рождения? Нет, давайте 1901, у вас будет стаж уже пенсионный, сумасшедший. Вы давно уже глубоко пенсионерка. Так, идем дальше. То есть деньги могут идти. К стипендии вам же... Дополнительно будет, да? Место рождения. Место рождения. Как вам нравится? Изменилось место вашего рождения. Красота. К
Как там люди думают в пенсионном фонде МО? Как они все предусмотрели? Дальше. Или пол застрахованного. Вот пол, пожалуйста. Наверное, это написано. Это, кстати, в рамках нашей современной культуры еще возможно. Конечно, возможно. То есть человек, вот сам мужчина в возрасте 55 лет. Он решил, а что я еще буду 5 лет работать до пенсии? Мужская пенсия со скольки? 60. Раз, меняет пол и выходит на пенсию в соответствии с этим. С 55. А все равно ведь мне уже 55 лет. И меняет пол. И выходит на пенсию. И закончил свою работу. Красота? Надо же, как все придумали, здорово. Надо читать документы. Вообще это привычка, да, надо читать вдумчиво. Что там пишут? Точно так же, как и состав. Там написано, допустим, сгущенка. Это точно там нет молока. Если сгущенное молоко, там молоко. А если сгущенка, или, допустим, сливочки, это все вот гарантия. Если сливочки, а не сливки. Другое название, там ничего общего со сливками нету. Там растительное масло и эмульгатор. Так что вот видите, как тут все предусмотрел пенсионный фонд про вас. Да, так вот, так ассистентка все-таки вы или ассистент у женщины, пока не воспользовались новыми технологиями, так? Хорошо. Значит, мы договорились, стороны выступили, обсудили такие-такие требования. По двум требованиям. Да, вы знаете про закон, что вот вы, так, вот как только, вот вы записали, считайте, что мы с вами подписали протокол. Вот теперь я вам объявляю закон. Согласно закону, вот если вы подписали такой протокол, что вы сняли остальные пункты, теперь ваши войдете там, что ваш балда не будет говорить. Все. Закон предоставляет представителям работников право окончательного решения. Если вы думаете, что вы еще будете там что-то обсуждать, все уже. Уже вы не восстановите эти требования. У вас осталось всего два. Вот эти два требования удовлетворены. Коллективный трудовой спор закончился. А вот те требования, которые вы подавали, вот вам за это дело еще там втык будет на рабочих местах. А вы воспользовались своим правом. Куда вы спешили с этим протоколом? Вы сказали, что было полезное. Вот надо было написать. Состоялся полезный обмен мнениями. Стороны согласились провести консультации с теми, кто назначил их своими представителями. А вы, вот я вам посоветовал сразу сгоряча, видите, как вы быстро писали? Не надо, а надо наоборот, ваша рука болит правой. Чего вы торопитесь-то? А я не дописала, кстати. Не дописала? Нет, я уже посмотрел, когда вы подписали вместе со своей ассистенткой, вот тогда я вам стал говорить. Я сидел и смотрел, знаете, как кот смотрит на эту, на птенчика, вот птенчик все гуляет, гуляет. И вот птенчик ближе, потом раз и съел его. Поэтому вы сделали очень крупную ошибку, как представителя работников. Вы перешли на... Мы да. Вообще ничего здесь нет, так что вы зря на нас. Ну, мы-то... Да? Ну, мы-то... Мы, я-то предположу... А заголовок, как известно, не... Чего? Как это нет? А вот представим себе другое. Вот, вот вы сейчас... Мы с вами составили такой протокол, где я, представитель работодателя, все вам создавал. Все. И совсем согласился, да? Видели этот протокол? У вас один экземпляр? Да. Один, да. Ну, отлично. Отлично. Что у вас один, я вас поздравляю. Это называется учет мнения. А еще есть такие машинки, я видел у нас в правкоме докеров стоит. Туда кидаешь листок, она фррр, и все, на мелкие части. Так что считайте, что мы с вами... Сегодня просто поговорили. Ну, тоже неплохо, согласись. Конечно, только кофе моего выпили. Конечно, неплохо. Смотрите, чтобы у вас сердце не заболело. На халяву выпить 3 стакана кофе. Так, ну, я думаю, что вот в такой форме... Так, понятно. Значит, у нас впереди еще... Вот мы можем это продолжить. Значит, будем считать, что примирительную комиссию мы с вами завершили. И в отличие от этого нашего переговора, вам там люди сказали, что они по поводу того, что вы тут поздравали, думают. В следующий раз вы пришли и ни по одному пункту мне не уступили. И мы тогда составляем с вами что? Протокол разногласия. Протокол разногласия по итогам работы примирительной комиссии. Как он составляется? Он составляется так, что мы... Какие-то стороны
Галина Ивановна, я перезвоню, у меня сейчас лекция. Значит, вот, представляете, лист бумаги, сверху написано протокол разногласий по итогам заседания примирительной комиссии по коллективному трудовому спору в ЗАО таком-то или там на предприятии таком-то, Львово. Значит, стороны констатируют следующее разногласие. Дальше идет, делится вдоль пополам. Слева пишется «сторона работников», справа «сторона работодателя». Сторона работников требовала вот это все вы требовали. А сторона работодателя отказать. И может сторона работников в своей части написать, почему они это требовали, то, что вы тут все говорили. А сторона работодателя, почему она это не удовлетворяет, чтобы это еще было красивее. Вот мы все с вами прочитали, мы правильно отразили здесь вашу позицию, мою позицию? А раз правильно, значит, мы с вами, у нас разногласий по поводу подписания протокола разногласий нету, правильно? Мы подписываем, одна сторона, другая сторона. И на этом примирительная комиссия свою работу завершила. Дальше, тот, кто смотрел и читал Трудовой кодекс, он отправляет нас дальше в свободное плавание. А именно, значит, следующий этап какой? Примирительных процедур. Закончил. Вы хоть кодекс-то читали, то вообще собираетесь со мной вообще вести какие-то там. У вас коллективный трудовой спор. Вы хоть заглянули в трудовой кодекс? Вы хотите беззаконно, что ли, вести? Нет, все. Вообще я просто поражен. Какая вы. Какой нет у вас никакой гражданской какой-то подготовки. Вы скажете, как можно с вами что-то сделать? Да при чем тут вы стоящий? У вас уже Дума приняла, Совет Федерации. Президент подписал кодекс трудовой. Что там известно, что делается дальше после примирительной комиссии? Что дальше вы должны делать? Вы знаете хоть? Я-то знаю. У меня есть юрист. Если я не знаю, мне скажут. А вы-то знаете, что делать надо? Какой суд? Вы прямо какие дальнейшие процедуры про примирительной комиссии? Суд. Вам Конституция дала право. Вам Трудовой кодекс расписал, что делать, а вы даже не читаете. Вы грамотный вообще человек, нет? Еще представлялось, что она якобы учится в университете. Собрали тут неграмотных вообще, они идут на переговоры. Не читали Трудовой кодекс? То есть вы хотите со мной, значит, вести переговоры, не зная закон, то есть беззаконные, противозаконные действия? Вы народ, наверное, толкаете на противозаконные действия? Я полицию вызову. Если вы будете какие-то нарушения делать, вот на Антолине вызывали полицию, причем ОМОН прислали, еще 19 человек уволили, правда, прокуратура восстановила. У меня такого не будет. У меня полиция будет вызвана, если вы будете совершать противозаконные действия. А вы будете их совершать, потому что вы не знаете, что по закону дальше. Конфликтологи собрались. Каждый может себя назвать конфликтологом. На клетке слона написана надпись, понимаешь, комар. Или наоборот, на клетке комара написана надпись, слон. Вы конфликты все разжигать собираетесь или разрешать? Ну, если собираетесь разрешать, так вы должны закон читать. Вам что, преподаватель? У вас есть преподаватель какой-нибудь? Он что, вам не говорил, что надо прочитать трудовой кодекс? Если он говорил это и не говорил, то надо выгнать такого преподавателя. Не говорил. А если говорил, вас надо выгнать тогда. Не говорил? Да. Ну, кого-то надо выгнать, короче говоря, иначе конфликт у нас не разрешить. Вот у вас все время была вот отсылка, где ваш этот электронный помощник? Где? Что? Кончился помощник, а у вас где? Что, ни у кого нету? Никто не может в интернете найти трудовой кодекс? Чем вы пришли вообще? Чего вы себя бедных крестьян изображаете, бедняков, которые пришли в 19 век? Ну что вы не... Если вы не хотите пойти в магазин, ну скачайте себе. В магазине стоит 120 рублей. Вы 10 раз больше получаете стипендию. 10 раз. Сумасшедшие деньги. 1200. За такие деньги, говорю, 10 трудовых кодексов, а на эти трудовые кодексы выиграть себе зарплату, пенсию выбить 2400. А вы не можете купить кодекс, поэтому у вас и будет не 1200, а 1000 вам делаем, потом 900, потом 800.
и инфляция будет вас съедать все, потому что вы не используете свои права для своих денег. Вам государство, Конституция вам дала право бороться за улучшение своей жизни. 134-я статья говорит: обеспечение, повышение уровня реального содержания заработной платы. А вы ничего не требуете, ничего не предлагаете. Только ходите и будоражите народ. Вам бы только перезванивать сюда по телефону. Друг друг, как у вас дела? У вас все хорошо, у нас все хорошо. То есть вы не знаете, ну раз вы не знаете, что я могу сделать? Могу вас только... У меня, правда, вот вы требовали свободное время, да? Требовали? Вот вам свободное время, сейчас 22 минуты. Вот вам даю свободного времени 8 минут. Но только вы знаете, что такое свободное время? Я вам дам его. Вы знаете, что такое свободное время? Я боюсь, что вы не знаете, что такое свободное. Я вам его дам, а вы его... И у вас его не будет. А я вам его даю. Что такое свободное время? Вот мои работники. Я заинтересован, чтобы у вас было свободное время. Время отведено для отдыха. Не надо для отдыха. Не для отдыха. Вы определение свободного времени не знаете? Кто вас вообще учил? Для отдыха. То есть вы сейчас спать будете? Гулять будете? Объясняю вам, как профессор по кафедре экономики, про свободное время. Это время для свободного развития. А вот если вам время дали, а вы в это время не развивались, обалдели, к примеру, как некоторые говорят, дайте, как хочу, балдеть. Это не значит, что у вас было свободное время. Это было в нерабочее время. Не всякое в нерабочее время является свободным. Вы смотрели телевизор, там была одна хорошая передача, которая вас развивала. И 10 дурацких, которые вас не только не развивали, вы деградировали вместе с теми, кто сделал эту передачу. Так вот, то время, когда вы смотрели хорошую передачу, это свободное время, остальное это не свободное. Теперь во внерабочее время вам спать надо? Надо. Обед надо потреблять, завтрак, ужин, постирать, там, помыться, так, там, убрать в квартире и так далее. Вы же там, у вас должно быть хоть прилично, так, вот я к вам приду, а у вас там черт-те что. Так. Значит, это все какое? Это свободное, что ли, время? Это не свободное. Это внерабочее время. То есть рабочее время. Есть внерабочее время. Вот это делится на две части. Все ваше время в течение дня, в течение суток. Рабочее и внерабочее. А из внерабочего времени свободного оказывается очень немного. Это время, которое вам удалось использовать для вашего развития. Я вас информирую, дорогие студенты, что все время, которое вы здесь учитесь, когда вы учитесь, именно когда вы учитесь, а не когда вы гуляете по коридорам, перерыв, это свободное. А вот то время... Когда вы гуляете по коридору и идете в буфет, это время не свободное. Это время внерабочее. Внерабочее. Теперь у меня время, хотя оно называется рабочим, оно все свободное. Потому что от того, что человек преподает в университете, он ничего, никто не умер. Это, во-первых, потому что я преподаю в сфере свободного времени общества. Потому что я преподаю. Я освобожден от производительного труда, от добывания. Вот те люди, которые добывают хлеб насущный, они обеспечивают это, ну, сказать, мое и ваше развитие. Я свое знание получил, меня учили 19 лет подряд и платили деньги. И не такую стипендию, как вам. Я 11 лет просидел в школе, потом я еще 5 лет в УЗИ, потом 3 года в аспирантуре, потом... Получил кандидатскую, потом получил трудовую книжку, и с того времени только преподаю в университете. Ассистент с кандидатской, доцент, старший преподаватель, доцент, профессор, там звание профессора. И у меня все время свободное. А вот что я буду делать? Сейчас занятие закончится, и у меня свободного развития такого не будет. Сейчас я побегу что-то делать, которое не имеет отношения к моему развитию. Нет, я еще буду экзамен принимать. Это еще имеет отношение тоже к моему развитию. Вот это очень важное положение, это надо вот осознать. Поэтому это я еще хочу обосновать, что я вас сейчас на 10 минут раньше отпущу, с одним условием, что вы эти 10 минут будете самостоятельно заниматься конфликтологией. Конфликтологией. Поэтому это не... Поэтому... Вот это я хотел, чтобы было под запись, чтобы потом меня не обвинили, что я, значит... Занятия провожу меньше, чем установлено университетским порядком. А я провожу, вот сейчас у нас будет, это называется
занятие с преподавателем, а сейчас еще 10 минут будет у вас занятие без преподавателя. И вы самостоятельно занимаетесь и думаете, почему мы так плохо подготовились к заседанию примирительной комиссии. И как нам в следующий раз готовиться, чтобы лучше отстаивать интересы трудового коллектива. И лучше себя проявлять как конфликтологи. Начнем вот эту первую часть нашего занятия. Я завершаю и предоставляю возможность 10 минут без вот этого давления, которое оказывает преподаватель на бедных студентов, свободно развиваться. Всего вам самого хорошего.